Здравствуйте, друзья, это Кузнецов Дмитрий. В этом ролике продолжим видеообзор. Поднимаем из архивов мои видеообращения к подписчикам, к нашим клиентам. Посмотрите, пожалуйста, для тех, кто не понимает, что происходит, это ролик датирован маем 2016 года, поэтому вот такая прекрасная погода. Кому интересно, где это происходит, это Санкт-Петербург, Парк Победы. Там очень много прудов. Почему на этот вопрос отвечаю сразу? Потому что многие спрашивают. Все просто. Поднимаем для новых, в частности, подписчиков нашего канала. Будет интересно, я думаю, лично мое обращение. Давайте посмотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего. До свидания. Друзья, следующий вопрос, который часто встречается на ваших письмах. Что делать, если не можете платить по кредиту? Ну, он до такой степени банальный, в таком же, скажем так, ракурсе его можно и острым обозвать. Его банальность в том, что это, в принципе, любой может задать этот вопрос, он для него будет актуален и хочет услышать ответ. Любой из наших клиентов, я имею в виду. Ну и, само собой, конечно же, он острый. Многие из вас думают, что раз действительно заключил, подписал, то нужно за всех сил пытаться сделать. Кто-то говорит, стыдно, очень стыдно не отдавать деньги. Ребят, это история отдельная, почему в банк не стыдно не платить. А если вы все-таки у вас, понимаете, сложилась такая ситуация, что вы не можете оплачивать свои долговые обязательства, запомните одну простую вещь. У нас в стране нет долговой тюрьмы и неисполнение финансовых обязательств в формате гражданского производства не несет никакой уголовной, скажем так, угрозы, так назову ситуацию, поближе к обывательскому слову. Так вот, все, что вам нужно сделать, это провести грамотные этапы судебного и послесудебного разбирательства. Понятное дело, самостоятельно вы это сделать не сможете, но либо тут нужно учиться, либо обращаться к юристам. Поверьте, если сделать все правильно и, как говорится, Бог вам поможет, и вы найдете нормальных специалистов, хороших, разбирающихся в вопросе, то это будет намного дешевле, чем платить банку неустойки, чем идти на поводу у банка. Я молчу уже о затратах, как скажем, нервов, своей энергии, которые вообще ни в какие деньги невозможно, скажем так, оценить. Но никогда не прячьтесь от банка, это раз. Напишите письма, это два. Не соглашайтесь на условия банка, чтобы не влипнуть еще в большие долги, это три. Наметьте себе цель. Если вы не можете не платить, вы имеете право это сделать. Суд, запомните, суд это не страшно. Судом они любят вас пугать, но это надуманные страшилки. И реализовать вот ваш страх банк может благодаря вашему незнанию. Вы боитесь, потому что не знаете. А раз не знаете, значит, несете деньги неизвестно зачем, почему, и отдаете последние. Этого делать не нужно, поймите, запомните. Раз и навсегда. Если вы не можете не платить, лучше не платите. Вы лично для государства более ценны, важны, нежели коммерческая структура. Гражданин является высшей ценностью государства. Честь и достоинство гражданина, точнее, является высшей ценностью государства. Это вторая статья Конституции Российской Федерации. На основании Конституции вообще существует весь законодательный ряд в нашей стране, не только закон о банках и банковской деятельности. Он весь опирается на Конституцию, весь наш законодательный ряд. А поймите, вторая статья Конституции, она имеет решающее значение. Так вот, я повторю, честь и достоинство гражданина является высшей ценностью нашего государства. И если вы не можете платить, если это в какой-то степени не дает вам вести нормальный быт, существовать в границах нашего государства, реализовывать свои амбиции, права, то вы имеете право не платить. Другое дело, что вы должны доказать свою неплатежеспособность. И здесь вот наступает момент незнания, трудности в какой-то степени. Но больше эта трудность, это незнание сформированы самими банками лишь только для того, чтобы вытащить из вас последнее.
Не нужно отдавать последнее. Потратьте эти деньги на себя, на своих близких, на свое здоровье, на свои развлечения, не побоюсь этого слова. Вы имеете право больше, чем банк, тратить свои деньги по своему усмотрению. Несмотря на то, что банк говорит совершенно обратные вещи, дорогие мои. Все это не так. Очень далеко от истины. От истины, скажу я вам. Поверьте, уже среди наших клиентов очень много людей, которые воспользовались своим правом и теперь спокойно живут. Как это происходит, это можно отдельно рассказать, но для того мы и записываем наши ролики вот эти вот небольшие, чтобы вы понимали, что на самом деле с вами происходит. Ну, примерно вот так, друзья, кратенько, очень много вообще можно по этой теме рассказывать. Ну, будем сейчас регулярно выкладывать и старенького, и новые ролики будем писать для вас вот в таком формате. Ставьте лайки, конечно же, комментируйте и, само собой, подписывайтесь на наш канал. Кому нужна юридическая защита, кто хочет обратиться к нам за помощью, за реальной помощью, воспользоваться услугами наших специалистов. В описании этого видео есть все необходимая информация, а именно ссылочка на наш официальный сайт, на котором выложена инструкция, видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов. Все о нашей компании по полочкам, подробнейшим образом, начиная от того, что мы для вас сделаем, и заканчивая тем, сколько это стоит, сколько времени это будет длиться и почему для вас это максимально выгодно и необходимо. Необходимо, заявляю. Здесь даже, как говорится, и выбора вам не дано. Поверьте, посмотрите и все поймете. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиан». Всего вам хорошего. До свидания.